Всем привет, с вами Люда Блаш Суприм, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я, наверное, решила побыть немножко дудем. В таком немного обновленном образе. Кто понял, как я обновила свой образ, тот большой молодец. Но сразу скажу, что это не ободок. Ободок это из моей стандартной, постоянной коллекции, которую вы можете найти в Инстаграме. Заходите, подписывайтесь на мой Инстаграм по хэштегу ободки, нижнее подчеркивание, Blush Supreme. Выбирайте свой Royal ободок. Наш клуб пополняется, становится просто огромным. Посылки отправляются только так. Так что не упустите возможность быть в этот сезон максимально приближенной с королевской семьей, даже, я уверена, лучше. Ладно, возвращаемся к теме видео. Сегодня я решила, как я сказала, быть дудем, посчитать денежки. Те деньги, которые потратила корона Великобритании, собственно, налогоплательщики Великобритании на жизнь Меган и Гарри за те два года, пока они были senior royals. В последнее время натыкалась на все больше и больше информации из различных источников, поэтому я уверена, что видео вам понравится, так что доставайте свои калькуляторы, смотрите, чтобы вы не пролили чаек кофеек на эти калькуляторы, и, конечно, поехали. Главным затейником в подсчете денег, сколько же было потрачено на Меган и Гарри, стал бывший член правительства Норман Бейкер. Он очень детально всегда изучает финансы королевской семьи, он не является официальным источником, но это не останавливает нас, чтобы поковыряться в этой теме и разобраться, действительно, сколько же денег потратили. А денег там потратили очень много, вы сейчас сами все поймете. Начнем, конечно же, со свадьбы. Шикарнейшая свадьба Меган и Гарри обошлась налогоплательщикам в 33,5 миллиона фунтов стерлингов. Ранее подсчеты тоже велись, и подсчеты эти были на 1,5 миллиона фунтов меньше. Сейчас вроде как там обновили, уж не знаю по какой системе, сейчас, короче, 33,5 ляма потрачено. Это самое основное, это самые основные траты, которые были связаны у государства с именем принца Гарри и его жены. К слову, надо сказать, что траты на свадьбу принца Уильяма, который, напомню, является прямым наследником престола после Чарльза, и Кейт Миддлтон составили 20 миллионов фунтов стерлингов. Но это был 2011 год. Не совсем уверена, можно ли сравнивать траты сейчас и тогда, но, блин, 13 миллионов фунтов – это уж точно не инфляция. Далее, конечно же, траты на проживание. Все мы знаем про Frogmore Cottage, знаем про ремонт, сколько там было потрачено, на этом останавливаться сильно долго не буду. Но остановлюсь на том, что немногие знают. До Frogmore Cottage был ремонт в Nottingham Cottage, это в Кенсингтонском дворце. Там ремонт обошелся в 1 400 000 фунтов стерлингов. Но когда все сделали, пара решила, что переезжать они туда не будут. Почему? Потому что это слишком близко к Кейт и Уильяму, у них уже тогда вроде как были терки. И почему про эту ситуацию никто особенно не говорил, почему пару не особенно ругали за эту потраченную сумму? Потому что в этом Nottingham Cottage и так должны были делать ремонт. Ну и то, что пара туда не заехала, ну и ладно, бог с ними. Но сделали ремонт и сделали. Далее королева им выделила Frogmore Cottage, и дальше мы знаем, что случилось. Потратили 2 миллиона 400 фунтов стерлингов на ремонт, на миллион вырос уже стоимость ремонта в другом коттедже, и пара прожила там всего лишь полгода и благополучно свалила в Канаду. Далее, что было, мы, конечно же, помним. И помните, я говорила вам в прошлом ролике, что пара решила выплачивать этот долг 2,4 миллиона очень-очень потихонечку, выписывая чеки там на 10-11 тысяч фунтов стерлингов, и посчитали, что таким образом они выплатят этот долг там за 10-11 лет. Ну так вот, новые подсчеты говорят о том, что эти 2 миллиона 400 они могли бы уже давным-давно закрыть, потому что, например, на тот же день рождения Меган Маркл на Ибице было потрачено 100 тысяч фунтов стерлингов только на проживание. Там примерно 7 дней они на вилле проводили. То есть мы можем понять, сколько было потрачено на рестораны, интертеймент и подарки и так далее. Также у Меган Маркл в ее сокровищнице, у нее уже есть сокровищница, насчитывается бриллиантов порядка на 600 тысяч фунтов стерлингов, а это, на секундочку, гораздо больше, чем у принцессы Дианы. Это все подарки принца Гарри и королевы в том числе. То есть было бы желание, они бы этот долг погасили. Но ходят сейчас слухи, что они вообще согласились погашать этот долг перед налогоплательщиками за ремонт,
только исключительно потому, что принц Чарльз согласился погасить их расходы, погашать их расходы на security. То есть только вот с такими условиями они решили, ну, как они объявили о том, что мы вам все заплатим. Те денежки на ремонт, которые были нами потрачены, из-за нас были потрачены, мы все вернем. Но, конечно, принц Чарльз на тихушечку будет спонсировать их security. Об этом еще тоже чуть-чуть попозже поговорим. Едем дальше. Обслуживающий персонал. На эту статью расходы было потрачено за 2 года 592 тысячи фунтов стерлингов. В общей сложности их офис насчитывал 15 человек. Туда, естественно, входил личный секретарь с зарплатой в 146 тысяч фунтов в год. Дальше у них был пиар-директор, знаменитая Сара Латхам, домработница. У домработницы зарплата была скромнее, всего лишь 30 тысяч фунтов в год она получала, няни и так далее, и так далее. По общим подсчетам, в общем, траты на это дело составили 500 000. Ну, чуть больше, 600 тысяч, грубо говоря. Security. Эта тема, я понимаю, что уже навязла в зубах, так что сильно долго останавливаться я здесь не буду, назову лишь только цифры. За 2 года, когда они были Senior Royals, а хочу сказать, что они оставались Senior Royals, когда они уже переехали в Канаду, потому что перестали они быть Senior Royals только с 1 апреля 2020 года. Они уже тогда одной ногой были в Лос-Анджелесе. Так вот, на эту статью расхода, пока они жили во Фрогмаре, было потрачено 4,5 миллиона фунтов. Ну и остальная защита обошлась в 2,5 миллиона фунтов стерлингов. И тут не берут в расчет то, что они потратили в Канаде, потому что вроде как это как с Вегасом, все, что было в Вегасе, остается в Вегасе, что было в Канаде с Меган Маркл, осталось в Канаде, и вроде как налогоплательщики Великобритании за это ни копеечки не заплатили. Дальше мое лично любимое, сколько они потратили на частную авиацию, на бизнес-джеты, говоря параллельно про экологию, говоря о том, что летать это вообще вредно, и пересаживайтесь-ка вы, пожалуйста, все на гужевые повозки, пока мы к Элтону Джону на бизнес-джете слетаем. Но если с сэром Элтоном Джоном вопрос решен, точнее, он там так вопил громко, что даже не хочется про это разговаривать, не дай бог, еще донесутся наши слова Элтону Джону, он опять начнет кричать, нет-нет, спасибо, не надо. Можно посчитать, например, другие их поездки. Например, перелет в Австралию и в Сингапур в 18 и 19 годах обошлись 81 тысячу фунтов стерлингов, и путешествие в Норвегию, например, 22 тысячи фунтов стерлингов. И перелеты в рамках других Royal поездок примерно насчитывают в общей сложности на 400 тысяч фунтов стерлингов. Хотя пару раз Гарри, конечно, был замечен на коммерческих рейсах, но мне кажется, это было сделано по большей части для того, чтобы отвлечь внимание от того количества перелетов на бизнес-джетах, которые они совершали. В итоге набежал примерно 1 000 000 фунтов стерлингов на все эти перелеты. И последний пункт. Он самый, скажем так, такой своеобразный, что ли. Это недополученный доход. Здесь слушайте очень внимательно. Оценивается этот недополученный доход граждан в 1,9 миллионов фунтов стерлингов. Это вам не хухры-мухры, это достаточно серьезная сумма, как можете понять. Как этот недополученный налог рассчитали? Чарльз помогает паре, он выдает им по 2,3 миллиона в год. И выдает он эти деньги из фонда, который был установлен аж в 14 веке, и главная его задача – спонсировать тех, кто в очереди на престол. Dutch of Cornwall он называется, а у Чарльза, у принца Чарльза титул, как мы помним, Duke of Cornwall, так что здесь все понятно, откуда ноги растут. Чарльз как бы спонсирует этот фонд и оттуда выдает деньги своему сыну, принцу Гарри. А у Гарри, по большому счету, шансов быть на престоле Великобритании, ну, никаких, абсолютно нулевые. И, по большому счету, помощь из этого фонда должен получать больше принц Уильям, а Гарри вообще к этому относиться никаким образом не должен, хоть он чисто теоретически наследник. Но я не знаю, Зара Тиндл, дочь принцессы Анны, дочери королевы Елизаветы, тоже же там в очереди на престол. Но, естественно, она не получает деньги из этого фонда, потому что всем понятно, что ей престол никогда не достанется. Также принцу Гарри престол не достанется никогда. Но, тем не менее, из этого фонда бабулечки он как-то получает. Короче, суть в том, что эти выплаты регистрируются как расходы на бизнес. И, как полагается, не облагаются налогом. Поэтому, собственно, недополученный налог на момент 31 марта 2020 года составил 2 миллиона фунтов стерлингов. А граждане Великобритании воспринимают этот недополученный налог как свою недополученную прибыль, потому что эти 2 миллиона могли бы пойти на что-то важное для горожан, для граждан страны.
Собственно, сейчас, начиная с 1 апреля, Чарльз будет помогать принцу Гарри, но уже не сможет регистрировать эти выплаты как расходы на бизнес. Он будет их выплачивать как бы из собственного кармана. И налог, естественно, пойдет государству. Так что с 1 апреля о недополученном налоге говорить не приходится. Итого, в общей сложности набежало 44 миллиона фунтов стерлингов. Вот в такую сумму обошлись граждане Гарри и Меган налогоплательщикам Великобритании. Именно такую сумму заплатила Великобритания за герцога и герцогиню, которые решили, что ну нет им свободы в этой душной стране. А недавно Меган вообще заявила о том, что, скорее всего, семья Гарри даже специально против нее готовила заговор. Ее с самого начала не приняли, и все, что с ней происходило, это их плановая операция, и они к этому готовились и шли вот планомерно, устраивали заговор в прессе, внутри семьи. И в тот момент, когда она переехала во Фрогмор, она вообще почувствовала себя в полнейшей изоляции. Только получается, не знаю, может быть, только на мой взгляд, как-то нелогично. Сначала семья принимает эту девушку, потом разрешает супер королевскую свадьбу, как мы поняли, намного дороже, чем у Уильяма и Кейт, ничего, играют, все нормально, разрешают ей белое подвенечное платье, фату, все, что хочешь, и параллельно готовят какой-то прям ужаснейший заговор. Плюс Меган говорит, что она постоянно находилась в атмосфере враждебности, тут еще этот Фрогмор случился. Про Фрогмор мне вообще хочется сказать, ну, вроде как вы сами решили туда переехать, потому что со спиногрызами Кейт вы не особо хотели там тусить бок о бок. Ну, не знаю, может быть, я действительно чего-то не понимаю. Еще мне понравилось вот какое высказывание, не знаю, сколько верить ему или нет, но тем не менее оно появилось. Вроде как Меган боялась, что ее репутации нанесет урон отношение прислуги к ней, потому что вроде как прислуга не была готова к ее американскому стилю управления. Ну так может быть стоило чуть-чуть обороты сбавить и не увольнять всех направо-налево, чуть-чуть залечь на дно, чтобы к тебе как-то попривыкли, и ты тоже попривыкла к новой атмосфере, к новым людям. Ну, в общем, что было, то было, и в истории нет сослагательного наклонения. И в конце, конечно, можно сказать, ну, погодите, ну, например, Уильям и Кейт обходятся казне столько же, если даже не больше. Так-то оно, конечно, так, но Уильям, например, и его дети, это прям прямущие наследники трона, и если не Уильям, не дай бог по какой-то причине, станет королем после Чарльза, то дальше идет Джордж, после Джорджа идет Шарлотта и так далее, и так далее. Я уже не говорю о том, что Чарльз, когда станет королем, то вцепится в этот трон своими зубами, его отодрать можно вот оттуда будет только со вставной челюстью, ну абсолютно точно, потому что уверена, что он ждет этого момента, и я думаю, что на троне он собирается восседать очень долго, ну а следующий, естественно, Уильям. Ну вот а Гарри и Меган, по большому счету, ну вот в рамках престола наследия, ну как бы никто, он просто младший сын наследника престола, им бы по-хорошему вести себя, ну чуть потише, чуть поскромнее, например, та же Софи Уэссекская, которая вам, я знаю, очень сильно нравится, она вот, ну, не пускает так сильно пыль в глаза, не кричит о чем-то, что ей нравится или не нравится, да, она не Senior Royals, но, тем не менее, у нее даже половины этих расходов, как у Меган и Гарри, не было. Так что, получается, за что боролись, на то и напоролись. 44 миллиона фунтов стерлингов, а это 52 миллиона долларов за 2 года. Будьте любезны, уплатите, пожалуйста, в кассу. Ну, какое ваше мнение? Как вы считаете, насколько справедливы эти расходы или, может быть, несправедливы? Мне очень интересно будет почитать ваше мнение в комментариях. Пишите, пожалуйста, все абсолютно, что вы думаете. Не оскорбляем никого. Оскорбления будут блокироваться и удаляться абсолютно точно, как и всегда. Не забывайте проверить, подписаны ли вы на канал, нажат ли у вас колокольчик, серенький ли он у вас. Потому что только при условии, если он из красненького стал сереньким, вам придут оповещения моих новых видео. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что были сегодня со мной. Увидимся обязательно в следующих видео. Пока-пока!